Тех, кто впервые приезжает в Беларусь, как мы, многое удивляет. И горный бизнес здесь разрешен. В школах 10-бальная система оценок. Мэры городов по-прежнему зовутся председателями горсполкома. А кое-где еще остались работающие колхозы. Но при этом аграрной эту страну точно не назовешь. Более 70% жителей – это городское население. Так что сегодня Белоруссия – это не только картошка, но и продвинутые IT-технологии. Не забываем, что знаменитая игра World of Tanks придумана и создана белорусскими айтишниками, а также развитая промышленность и машиностроение. В десятке ключевых белорусских товаров – грузовики и другая тяжелая техника. В Логойске, это в 35 километрах от столицы, мы побывали на производстве уникальных лесозаготовительных машин, аналогов которым в стране нет. Это собственная разработка завода. Обязательная программа по испытанию техники в изяществе исполнения не уступает бальным танцам, несмотря на внушительные размеры и вес. Один такой харвестер может заменить целую бригаду лесорубов. Ну, уникальность здесь в том, что все настройки регулировки машины находятся вот в этом компьютере, который настраиваем мы сами, и от этого зависит вся работа машины. В ней настраиваемые породы, длина, диаметр. И не нужно бегать постоянно, регулировать давление в голову. Здесь все внутри. Компьютерная игра, только в реальности. Большую часть всех комплектующих производят на заводах холдинга. Работают эти машины в паре. В этой машине 12 тонн грузоподъемности. Она 12 тонн вывозит из леса в труд. Эта машина, ее цель, задача этой машины – вывести лес из трудодоступных мест. То есть она здесь красиво стоит, а в целом она идет, а в лесу уже нет дорог. Есть болото, в котором она идет фактически как танк. Эту технику уже оценили в леспромхозах республики и далеко за ее пределами, например, во Франции. Поставляют лесозаготовительные комплексы и в Сибирь, но не только их, как выяснилось. На красноярских улицах можно встретить похожие на эти погрузчики для уборки снега и уличных работ. Мы специализируемся на машинах, так называемых универсальных погрузчиках, для которых при помощи специального гидравлического адаптера можно применять более 50 наименований различного навесного оборудования. Таким образом, один погрузчик может быть применен как в уборке города, в строительстве, дорожном строительстве, в лесозаготовке и еще множестве других сфер. Главная задача любой техники – повысить производительность и сэкономить самый дорогой на сегодня ресурс – время. А в продолжении проекта проверим, чем богат банк генетических ресурсов растений Беларуси и где хранят самые ценные элитные семена. Татьяна Каминская, Максим Галат, Енисей. Новости из Беларуси. Партнеры проекта – компания «Амкадор Красноярск», торговый дом «Беларусь», компания «Белшина Урал».